Добрый вечер. Пришли, вот сегодня хочу рассказать, где можно посмотреть вид на всю Санью, на всю Бухву до Донхай. Пришли, отель называется Бари. Вот выходим на смотровую площадку. Вау! Ё-моё! Страшно вниз глядеть. Вот это высота. 33 этаж. 33 этаж, охренеть! Аж голова кружится. Аж страшно смотреть. Вон море. Отсюда, наверное, днем будет классный вид. Подожди, а мы куда на пляж? А, вон туда ходим. Вон наш забор. Видишь, где мы ходим на пляж? Видишь? Я вижу, ага. Вот. Вот все отели, улицы. Под нами бассейн. Офигеть. Тут выходишь, вот 33 этаж. Приезжайте на лифте. Обалдеть. Вон наш отель горит. Вот Линзер. Вон, видишь? Вот это наш отель, ага. Да. Вот это да, вот это высоте. Слоники наши. Вон тот отель нас хотели заселить. Туда лучше не ехать. Вот лето. Стоит немало. Вон зима. Это лето. Между ними улица еды чуть-чуть торчит вон. Улица еды. А следующая вот зима. С высоты. Это на нас отсюда не видно. В зиме самые дешевые цены на сувениры. На втором этаже, правда. А на нас не видно. Здание мешает. Ну, в той стороне она нас тоже. Слушай, не оторвется этот балкон. Кошмар, кошмар. Как страшно-то. Это как красиво. Да, внизу вон какие-то грибочки суются. Там у них ресторан. Пасса, хочешь прыгнуть, красиво? Да, пасса, я прыгну, вот это круто. Я боюсь на балконе стоять, а бассейн уж вообще легко. Кафешки по берегу. Это вот наша бухта получается, да? А на ту сторону, наверное, уже будет вот это, где дома деревья или что это, в ту сторону. Отель называется Бари. Долго Бари, мы искали это... эту смотровую площадку. Мы вначале думали к другому отелю, а это такое. Узенький, высокий, коричневого цвета. Если смотреть отовсюду, его видно, в принципе, отовсюду. Да, на но нем там есть иероглифы, рядом. Вот. И днем видно эти иероглифы по всему отелю идут сверху вниз. Да, вот это вот тут ветерок еще вот такой нормальный. Коленочки не трясутся? Нет, у меня нет. После кондора. Нет, кондора меньше высота была. Конечно, меньше. Если бы кондора была такая высота, все. Мне бы сердце там разорвалось. Так, приходите, смотрите. Отель Бари. Бари еще как там название? Бари, бам-бам-бам-бам, что-то такое. Иероглифы смотрите, главное, на отеле. Все.